по факту вырубки этих деревьев, естественно, возбуждено уголовное дело. Вот. И что лица, которые подписали вот эту вот сомнительную фитюльку, бумажку, акт, привлекаются к уголовной ответственности. Потом мы подали заявление в 2 суда, в московский и в железнодорожный, по поводу всей ситуации, что здесь случилось, по поводу сноса забора и так далее. То есть уже скоро мы можем вам дать номер дела, который нам присвоит. Вы сами можете зайти на сайт и посмотреть, какая ситуация с нашими судами там. Молодцы, ну, девочки, по крайней мере, молодцы. Не знаем, что с железнодорожным, но на Москву надеемся, молодцы. Потому что, сами понимаете, ситуация такая. Но самое главное, что... По акту проверки, вот тут 162 дерева повалены, да, все они абсолютно живые. Каждое дерево стоит достаточное количество денег, я вам не буду называть сумму, потому что она немножко расходится. Но дерево, вырубленное на территории лесопарковой зоны, стоимость его увеличится в 10 раз. То есть то, что здесь лежит, приблизительно на 30 миллионов. Если как бы эта компания, которая заплатила 56 миллионов за аренду, 30 миллионов нам за это, если эти деньги пойдут на благо... Да все балашихи там, я не знаю уже, уж мы поделимся, на посадку, правильно? На посадку. Хотя бы на посадку деревьев, то мы будем просто счастливы. И вот тут все-таки я нашла представителя администрации балашихи. Я думаю, что они нам тоже в этом помогут, потому что тоже, наверное, весь этот беспредел им тоже надоел. И все-таки хочется быть честным, говорить правду в лицо и вообще вести себя как нормальные люди, правильно? А не прятаться, бегать от кого-то, без конца врать всем. Я говорю, как можно так жить, правда?